Что, был не человеком, что ли? Я стал другим человеком. А-а-а. Сразу. Зачем? Это вопрос, да? Зачем, что так лучше? Однозначно. Вот смотрите, какой двуглавый орел. Офигеть, вообще огонь. Идем, глянь. Вот темненький тут двуглавый орел. Вообще. Черный, который. И поделки по дереву продают, да? Да, покупай. Мне какая-то уже понравилась, я видел прям. Вообще сильно понравилось. Всего лишь несколько миллионов. Ну, в смысле местных. Денежки. Сам понимаешь. Я бы вот это взял. Прикольно. Ну, пример. Такое вот можно взять, да? Неплохо будет смотреться. Это, мне кажется, тоже неплохо. Да, вот эти вот две как раз мне вот понравились. Вот раз, два, три. Но эти какие-то они недобрые. Ну, они воинственные. У них свадьба. Они оба в печали. В печали? Вот-вот. Я говорю, свадьба. Какая радость. Господи, одна печаль. Ну что, как от Брефестил? Отлично. Блин, вообще отлично. Кофе, фрукты, тосты. Пиво, рыба, раки. Ну, типа того, да. Практически то же самое. У нас сегодня, в принципе, как и обычно, не лайт-день. Потому что лайт-день — это жестоко. Тогда мы можем реально вообще ничего не успеть. Че, ребята, мы опасные, но поэтому мы взяли... Нет, мы пока еще пиво не взяли. Мы познакомились с Серегой, знакомьтесь. Привет. Серега из Санкт-Петербурга. Этого вы не знаете, наверное. Надо. Да, он. Их разыскивает милиция. Да, их. Я поставлю, короче. Это адрес, короче, его. Если что, там, розыск. Поймайте. Привет, то сейчас уже жара будет. Короче, это, мы выдвигаемся сейчас на пляжик. Потом расскажу, какой. По-моему. Пандава! 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 Пандаван, май френд! Пандавама! Как-то так. Че, ребята, пришли байки, короче, снимать это. Ну, блин, они что-то ушатные тут. А вот тот курс вообще офигенный. 14.075. Просто огонь курс. В аэропорту мы поменяли первое. Сколько? 14.600, да? 13.600. А второе место в аэропорту 13.800. А здесь 14.75. Короче, выгодный курс. Огонь.
Я точечку, наверное, туда оставлю. Тёма недоволен. Ему не дают байк. Не дают. Сказали то, что мало лет ему. Ну дают какие-то ущербы. Ты чё там? Испугался меня? Ну ты нет, ты не пугайся. Короче, я арендую байк. Все окей. Короче, отключик. Все замечательно. Мой номерочек. На всякий случай. Здесь еще подпись поставлю. Короче, все окей. Ребят, торговался с 75 до 60 в день и на 15 дней беру. Нормально, 900 тысяч путем. А народ, кто смотрел это, старые выпуски? Есть тут пандава, панта и пандава. Короче, панты пандавы. Как тебе, Серега? Захватывает. Захватывает? Нет, здесь реально. За какое место? Смотрите. За самое. За самые уши. Вот прошло, за душу. Прошло 2 года, да, и снова мы здесь. Помните? Вот это не было, вот это не было. Маяка тоже не было, по-моему. Маяка не было, кстати. 2 года назад. Я тоже не помню его. Ну ладно. Ой-ой-ой, сколько там народу. Никого, тишина. Да, это надо. Как начали автобусами вот так вот херачить. Ладно, мы погнали вниз. Короче, мы на пандава, бич. Панты пандава. Ничего, кроме пантов. О, шортики есть, слушай, надо будет такие прикупить. И рубашки есть, Тёма. А там народу немерено. Привозят их из соседнего села на дискотеку. Да-да, надо что-то сказать, чтобы свое пиво открывать. Ребята собрались хомячить. Ну и то он ли хомяк? Короче, все-таки... Все-таки я с ними не похудею, короче, да. Я заказал френч фрайд, жирную картошку фри, короче. А вы что сказали? Что ты сказал? Я заказал лапшу с курицей. Лапшу с курицей? Лучше бы курицу с лапшой заказал. Ну, я думаю, что есть разница, хоть так, хоть так, да. Ладно, потом посмотрим, что там заказали. Ребята, мы сейчас будем кататься. Здесь мы чил. Давай, давай, my friend. 100 метров. Что-то как-то все уже дохомячили, а я это забыл снять. Вон, Тёма косточки загрызает. Серега Ролтон хомячил. А, так, Биг Бон она все сказал, да? Короче, вот что надо есть на Бали. На Бали только есть надо бомж-пакеты. Да, Тёма? Короче, насидели нормалёк. Ребята, действительно, здесь пивас даже дешевле, чем в магазине. Короче, оно 40. 200 тысяч это 800 рублей или 800? 200 тысяч это косарь. Почти, нет, нет, наверное, 920 лет рублей. Примерно так. Ну, Тёма самый мажор у нас. Самый довольный это Серега. Конечно. Это огонь. Все, пока только свалились, не шарим еще, да? Все нормально. Так, если помните, 2 года назад мы были тут со своим ходом. Даже вот этот товарищ, который полулысый, тоже был. Что значит полулысый? Совсем еще плешивый. Еще плешивый. В общем, это храм Улуат. Храм обезьян пытается. Народу очень даже немало. Толпы. Тёма даже эту веревочку не смог это. С самого начала себе взять. Макака джанов тут много, но на самом деле сейчас они вот там находятся. Вон он в той стороне. Одни блогеры, а господи, нарожают. Да? Ужас. Первая макака. Да я как на Бали прилетел, уже увидел. Сразу.
за стойкой регистрации. Зарядник. Камера нужна? Мне говорит, пожрать, а не камеру. Они открывают бутылки вообще элементарно. Мило в стоянии, нет? Открывают, попьют. Да, откроют, попьют. Но некоторые, которые не знают, они раскусывают пробку. Вот прям улуазу. Везде проходы закрыты. Всегда. И, кстати, свастика на самом деле это... Да, там символ солнца, там что-то как-то так. Это не про фашизм, это как-то немножко про другое, про свое. Нет, колючую проволоку везде повесили. Там можно было пройти спокойно. Там не садились. Что-то там продают. Не знаю, что, но что-то продают. Ну, сейчас закатик там будет. Надо вовремя будет пойти, потому что... Ну, вот там офигенный видос, там, пойдем. Там все толпа ударится, там место не будет. А там сцена, там выступают. Представление такое, не особо интересное. Я смотрел по Ютубу. Ну что, прыгать будешь? Разбежавшись, прыгну со скалы. Ну пойдем прыгать. Пойдемте, тоже видос покажем. Офигенно. Вот хорошо, что уже построили гальон. Местная достопримечательность. Здесь еще строят. О, здесь есть писсуар и шарфки. Куда хочешь, заходи. Кстати, артисты сидят, сейчас друг другом букшельмекают, потом на сцену пойдут. Че, очередные очки отобрал? Вот-вот, я и говорю. Негодяй ты, Семен Семенович, как так можно? Взял и сломал еще. Ужас. Все фоткают макаку с кепкой. Никто макаку с кепкой ни разу не видел. Ну, я тоже заснял, на всякий случай. Как дела? Ну, ты храм Улуату, по сути. Братва фоткается. Слабо сесть. Сид, сид. Сид. Ау! Окей, гуд, сид. Это король обезьян. Мистер обезьянчик. На фоне статуи обезьян. Это вот так. Там можно покупаться, но только на лодке, если приплыть. О, манки. Ну а ты что такой недовольный, а? Ты же братиш. Не братиш?
Чего фоткают, непонятно. Нам морды везде одни и те же на фотке. Смысл какой? Вообще не понимаю. Ребят, думаю, кто первый сиганет из них. Что-то определиться не могут. Дайте я помогу. Здесь смотри, как кто-то такой. А он там же такой же будет. Думаешь? Видео называется «Я твой дом труплю шатал», да? Правильно Артем сказал? Давай, покажи нам на бис. Манки Джан. Огурцами кормят, да? Вкусно? Да, ты в кадре. Нет, вчера в Гуандоу. Китай. Вчера. Даже сегодня ночью. Вот здесь были хорошие фотки. Я делал Виталий Лизе вообще офигенные фотографии. Можно глянуть. По-моему, у меня есть в этом ВКонтакте. Красота. Встретили индонезийца, который по-русски говорит. Ну, он экскурсию возит. Говорит, если хотите, звоните. Чё, как? Ну, не знаю, может, с Артёмом там на один вулкан съездим. 90 баксов. Посмотрим. Все, заката не будет сегодня красиво. И дождь надвигается. Огонь дождевой, посмотрите, вообще просто жесть. Вообще ехать минут 40-50. По пробкам. Ну, москвичам-то не привыкать, да? Это уж точно. Блогеры везде. Здесь, кстати, очень много макак. Раньше вот было, как куда-то они сныкались. Да, мало сегодня. Да. На парковку, да? И, да? Да, да, на парковку. Что, на парковку? Да. Я что-то не помню, что было этот дядя. За 2 года построили, воздвигнули монумент. Бассейн, как Артем сказал. Бассейн, да, бассейн, начальника. Хотели это, в Джимбаран сейчас поехать. Приветчик хомяч, но что-то как-то похолодало. Блин, а в обратку потом ехать, вариант. Короче, либо накидку надевать сейчас, либо что-нибудь еще думать. У ребят нет накидки. Ладно, сейчас подумаю. Короче, приехали мы на Джимбаран. И время 7:40, настоящее еврейское время. Тёма, что там с ним случилось? Печально. Нам один сказал, что он новый, то, что его вообще тут нету, а второй сказал, что он это закрыт, короче, всем закрывается. Короче, самая жопа, товарищи. Ну ладно, поедем мы к нам. Приперлись обратно. Ребята говорят, want it, говорят. Ничего, ладно, сейчас пройдемся немножко. И уже можно спокойненько пивасика или может что-нибудь это, ромчику. Вообще, я мохито купил в Китае. Поэтому, может быть, под него что-нибудь сделаем. Нашли какую-то блюво-бегаловку. Не знаю. Восьмая воронка очередная. Да, глянем, все тут отворонгивают. Давай тщательнее, а то не приму работу. Ну и чё, как прокатились? С ветерком. Ну уже так привычно здесь. Короче, огонь. Завтра будет полегче. Нет, послезавтра, скорее всего, будет полегче. Нет, и может быть завтра будет. Ну, короче, посмотрим. Короче, в Ахмед мы поедем.
тоже глянем, что там. Нам стол вытирают по полной. Рекомендовать местный напиток. Да. И, кстати, магазин мини-март. Ребята, мы просто отдыхаем. Ребят, наверное, на этом все. И у нас жестокий день. Закончил. Подписываемся на канал. Кто там? Не, забыл там на колокольчик. И все будет путем. Огонь. Пальчики вверх? Конечно, да. Ибо них. Подписываемся, ставим лайки. Короче, давайте, ребята, все нормально, все окей, все путем же на это, и около бассейна. Все, огонь. Давайте, увидимся. Нас не догонят. У меня аж сразу глаза включили. Все, весь хмель сошел. Сейчас там...